Всем привет! С вами канал Артмания. Я Наталья. Сегодня у нас третья попытка покрасить волосы. У нас была первая, это был рыжий цвет получился, если вы помните. А второй уже более-менее. Вот он у меня смылся, и там он был, получилось так, что меня не прокрасили. Уже, я смотрю через камеру, как будто бы отросли волосы, но... не видно, незаметно, что они... Дима, не трогай. Что они вообще отросли. Не особо это заметно. Вот. Вот. Уже мой цвет пошел. Цвет мой еще вдобавок поменялся. Потому что когда красишь часто волосы, у меня цвет меняется. Вообще мой личный цвет волос. У меня какой-то он светло-пепельный. Это ужасный цвет. Мне никогда в детстве не нравился. Мне нравится потемнее. И сегодня я буду краситься третий раз. Я надеюсь, что последний, что меня прокрасит, потому что, как же вам показать, вот тут вот где-то вот пониже, что ли, они. Где-то, короче, было не прокрашено вот так прям сбоку. В прошлый раз краски не хватило, потому что я купила 3 или 2, сейчас не помню. Короче, не хватило. В этот раз я купила 5 штук. Купила я 5 штук. Так, где он? Вот он. Мокко. Это у нас 32-й. Мокко. Ай, господи. Вот он, Мокко. Лонга. Обзор на нее делать я не буду, потому что я уже делала обзор во второй части, второй попытки. Вот, поэтому я думаю, что смысла нету. Вот, как я говорила, я купила 5 штучек. Я думаю, что их хватит. Вот, и в прошлый раз у нее была еще маленькая тарелочка. Тарелочка была маленькая, и поэтому, ну, короче, не получилось. В этот раз я сказала, чтобы она взяла большую тарелочку. Вот. Ну вот, смотрите, как они сейчас выглядят, конечно. Та краска смылась, появилась, осталась, вернее, рыжая, которая была вот в прошлые разы, я красила. Если бы, конечно, изначально покрасила этим цветом, то было бы, наверное, все гораздо лучше. Хотел сказать хуже. Вот, вот они, кончики наши. Вот, ну, потом я еще покажу вам. Ну, тут прям через камеру видно, что прям волосы такие отросли. Что они прям такие вот длинные, вот настолько как будто бы отросли, кажется. Но по длине на самом деле... Мама, да, Димочка бегает тут. Вот, но по длине они не видно, что они докуда-то там доросли. Да, ты хочешь, чтобы тебя тоже камера сняла, да? Ты любишь камеру, полюбил уже. Да, смотрите наши влоги, как Димочка ремонт затеял у нас в своей комнатке. Вот. И также я вам покажу, как покрасить, как получилось, как покрасил... Ой, господи, не могу... Как меня покрасили, короче. Как получилось. Конечно, честно говоря, страшно, что опять смоется. Посмотрим, если эта краска опять смоется, это довольно дешевая краска, то я, наверное, в следующий раз уже буду покупать подороже краску. Вот, потому что, не знаю, мне кажется, может быть, из-за того, что она дешевая. Хотя, как-то несколько лет назад, лет 6-7 лет, наверное, назад я перекрашивалась именно этой же тоже краской. Она не смывалась, она держалась довольно хорошо. Видимо, она смылась, потому что тут был до этого рыжий цвет какой-то. И, конечно, еще, может быть, не прокрасилась. Вот, смотрите, тут вообще какой-то... Не знаю, не могу я показать сзади себя. Вот там обои видны. Да, 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 Димочка, да, я знаю. Ты тоже хочешь, чтобы тебя показали, да? Ты тоже хочешь, чтобы тебя показали? Ну, иди сюда, иди. Иди ко мне, Дима. Дима, иди сюда. Где ты? Иди сюда. Сына. Иди сюда. Иди к маме. Ну? Где ты? Вот ты где. Вот ты какой, да? Да? Ты любишь камеру? Любишь камеру, да? Любишь? Вот ты какой. Ну, мама, да.
Мама там была только что, да? Вот, это был мой сынок. Также у нас влоги проходят всякие. Скоро начнутся у нас трансляции, наверное. Я планирую начинать. Все никак думала, но не знаю. Посмотрим. Вот, хотела вечерами проводить трансляции. Напишите в комментариях, когда удобно вам посмотреть наши трансляции, поговорить. Не знаю, что там еще делают на этих трансляциях. Вот. Блин, даже так она неровно стоит. Вот, ну ладно, пока вот я закончу. Везде видны эти дырки. Пока закончу, и потом я вам покажу, как получилось. Как меня покрасили, расскажу все, что, как. Вот, красит меня та же самая девочка, парикмахер. Эй, не отрывай, ты что? Что это за безобразие? Та же самая девочка меня красит, парикмахер. Вот. Ну, видно, да, блин. Вот она. Хотя, честно говоря, вот сейчас на свет я вижу, а так вот я не вижу. Что-то сколько там отросло. И кажется, как будто мой цвет прям вообще гораздо лучше, чем вот тут вот. Но в магазине, кстати, я была недавно там при хорошем освещении. Я увидела, что у меня вот тут на голове мои волосы гораздо хуже, чем еще вот эти вот, которые покрашены. Не знаю, при разном раскладе цвета, света вернее, видно по-разному. Ладно, не буду с вами прощаться. Скоро увидимся, меня покрасят, и я снова покажу. Ну вот, меня покрасили. Получился очень хороший цвет, мне понравилось. Меня прокрасили очень-очень хорошо. Потратили мы 4 краски, но осталось. Оставалось, в принципе, больше, но она прям уже накладывала хорошенечко везде. Везде все прочесывала, везде все это. Вот, поэтому чуть-чуть осталось там, но ничего страшного. Самое главное, все прокрашено. Хотя как будто кажется, что не прокрашено, но нет, все прокрашено. Должно быть все прокрашено. Вот волосы чуть-чуть еще выпадают. Они, в принципе, немножко выпадали. Не совсем немножко в этом году. Я надеюсь, что у меня получилось показать со всех сторон. Фотографии, к сожалению, не сделали. Вот. Не захотела она. Ну, действительно, очень хорошо прокрасилась. Один и тот же везде цвет. Даже чему удивилась я вот тут, потому что предыдущий раз оно отросло, и она покрасила снова, получилось тут один цвет, тут другой цвет, а тут хорошо, довольно. Не знаю, идет мне этот цвет или нет, вот. Но мне нравится. В принципе, я хотела такой цвет, чтобы получился темным, таким черным я даже хотела. Вот. Но получился как раз такой темный, и в некоторых моментах, когда там по-разному свет падает, он получается немножечко рыженький. Вот. Ну, такой каштановый немножечко. В принципе, меня это устраивает. Даже вот тут кажется, что голова осталась прокрашенная. Вот. Даже, честно говоря, боюсь мыть голову. Вот. Я ей сказала, говорю, я буду все лето ходить с такой головой, я не буду ее мыть. Вот. Я знаю, есть какие-то сухие шампуни, может быть. Я бы что-нибудь такое попробовала бы. Вот, ну, конечно, чуть-чуть смоется, потом, может быть, еще чуть-чуть. Вот, посмотрим. Вот. Фотографии посмотрим. Ладно. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите мои обзоры, другие ролики, и влоги. Там вот у меня на заднем фоне сынок где-то бегает. Где он там? А нет, с другой стороны. Вот он. Вон он там. О, да, ты там полез. Я тебя вижу. Вот. И всем пока-пока. Ты куда там полез?
Ока. Ока. Ты за стол сел? Сам. Сын, а ты сам сел за стол? Ну надо же. Первый раз сам сел за стол. И какой ты умничка. Да, ты такой умница у меня.